Если вас укусила оса, то обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что данный способ может вам помочь. Укус осы в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Поэтому, как только вас укусила оса, обработайте участок укуса антисептиком или лучше уксусом. Если внутри осталось жало, то попытайтесь его аккуратно достать, после чего добавляем пищевую соду и воду в соотношении 2 к 1. Данное средство поможет вам избавиться от боли и снимет воспаление на руке буквально за считанные минуты. Наносим его на место укуса и держим минут 20. Как видите, воспаление сразу пропало и боли совсем не чувствуется. Обязательно подпишитесь на мой инстаграм, потому что только там я выкладываю продолжение своих роликов.